Здравствуйте, мои неимоверные! Я счастлива вас видеть на своем канале Таро Солнца. С вами Евгения, ваш личный таролог. Сегодня буду делать освещение на тему «Его интимная жизнь». Сегодня будет горячее освещение с горячей информацией. Важно досмотреть видео до конца, потому как я буду использовать руны, и в конце освещения они дадут вам определенный совет, возможно, раскроют определенную тайну, либо же дадут определенную подсказку. Руны будут находиться с нами здесь, заряжаться энергией. Подумайте о своем мужчине, назовите его имя, прикоснитесь к нему, обнимите его, погладьте его по волосам, дотроньтесь до его ушек, такая информация идет. Вспомните, какая у него кожа на ощупь. Если вы никогда не были вместе, это абсолютно не имеет никакого значения. Представьте его здесь и сейчас перед собой для того, чтобы я считала как можно больше информации о вашей паре. Пока вы настраиваетесь, я приглашаю вас подписаться. Ой, что-то сейчас у вас прям тяжелая ситуация. Я вижу, много в самобанах находитесь. Приглашаю вас подписаться на мой бесплатный телеграм-канал. Ссылочку здесь добавлю. Кто не успеет, пальчиком нажать, не волнуйтесь. В закрепленном комментарии будет эта ссылочка. Там я ежедневно делаю освещения, которых нет на моем YouTube-канале. Послания от мужчины ежедневно. Много очень нужной и важной информации о том, как создавать свою реальность. Все делаю бесплатно для вас, безусловной любовью. Все, что вам нужно, просто подписаться и обучаться. Обучаться и менять свою реальность. Благодаря тому, какую информацию я даю вам, направляя вас, благодаря силе своего намерения, вы можете создать и получить от жизни все, чего вы хотите, когда не нужно будет больше загадывать желаний, потому что ваша реальность — это и будет ваша мечта. Подписывайтесь, у нас там очень уютно, свободно, комфортно, шикарные подписчицы делятся своими трансформациями после моих освещений, после моих авторских практик. Я делаю личные освещения, как записаться по ссылочке в комментариях в закрепленном. Есть ссылка там на Instagram и Facebook, страничку мою. Пишите мне в личку, все возможно. Я сама никогда никому не пишу, поэтому если вам приходят какие-то фейковые сообщения, знаете, это не я. Я никогда не отправляю никому. Оплаты в рублях у меня нет и не будет. Поэтому тоже обращайте внимание, очень много фейковых, нехороших людей, которые зарабатывают на дарах других, представляясь мною, в рублях оплату берут. Отправляют текстом. Мои же личные сообщения всегда я отправляю только голосом. Только я всегда напрямую записываю сообщения каждому и лично голосовые. Ну что же, давайте смотреть. Смотрю, уже карты вылетают. Привязанность у вас дикая друг к другу. Могу сказать, что либо вы его там заколдовали, либо же он вас там заколдовал. Называйте имя вашего мужчины, карта выходит. Не могу ее убрать, потому как это энергия, это сильная энергия, которая говорит мне о том, что вы привязаны, несмотря ни на какие жизненные ситуации друг к другу. Вы находите в друг друге то, чего нет в других. Имя мужчины. Дата его рождения, ваше имя, дата вашего рождения. Посмотрим, в каких энергиях сегодня он, в каких энергиях вы, в каких энергиях он, в каких энергиях вы. Угу. Движется, движется, движется. Куда-то движется ваши отношения. Ой, девчонки, у мужчины прям совсем сейчас все плохо. Карты очень красивые, очень говорящие, поэтому я их буду немножко дальше отодвигать, потому как правила Ютуба есть определенные для того, чтобы ничего не нарушать. Мы будем делать все по правилам. Мужчина сейчас находится, знаете, в таком состоянии, что я готов сделать все для того, чтобы тебя взять, для того, чтобы тебя схватить, для того, чтобы тебя прижать, для того, чтобы сделать даже то, что ты не хочешь. Вот представляете, вот такую информацию мне говорит. А потому что сердце у него разбито, знаете как. И он сейчас говорит, я уже готов на все, даже если ты не хочешь, и я все равно тебя возьму. Вот прям так, девочки. Вы же управляете вашим кубковым королем, знаете как? Вот знаете, что он вас любит ментально,
Либо же он вам признавался, и дразните его, и дразните его, возможно, своим непроявлением, возможно, своим молчанием, возможно, наоборот, там выставляете какие-то фотки, видео, возможно, выставляете какие-то песни, знаете, что его так провоцирует. Прям вижу вот эта вот игра, а он уже сейчас бесится, вот такое чувство, что я уже готов все сделать. А вы такая, нет, не хочу, да ну и не надо, знаете, вот так вот, игры такие идут, вы его буквально сейчас, ну вот идет такая информация, раздраконили, возможно, кто-то использует это слово, угу. Будем смотреть, девчоночки. Так, его интимная жизнь сегодня. Сейчас немножко на этой, потом на другой колоде раскрою. Ну, давай. Показывай. Давайте так, у Вселенной спрашивай, потому что он сейчас нам может непонятно что рассказать. А Вселенная это уже напрямую сейчас. Покажите его интимную жизнь сегодня. Назовите его имя. Прям так. Не в брови, а в глаз, как я говорю. Твоя интимная жизнь сегодня. Я сначала хотела сказать одно, а теперь говорю другое, потому что вышла первая карта десятка пентаклей, думаю, ничего себе, тут наслаждается мальчик. Нет, девочки, ничего он не наслаждается, наслаждений нет, потому как идет вторая карта семерка мечей, карта закрытия, наслаждений нет, и по восьмерке кубков я вышел из отношений с тем, с которой я был любим, с которой я был счастлив. То есть сейчас отношений у него интимных не наблюдается. А что ж такое? Почему так все у тебя печально? Да, ну, карта повешенный, подвешенный. Здесь ничего нет у мужчины. Есть только, знаете как? Воспоминания с прошлого. То есть то, что было. То, что было... Ой... Девочка, кто был вместе с мужчиной, да, кто уже был вместе, тут вы с ним прям распивали какие-то напитки, либо же здесь он прям коктейль для вас готовил. То есть он вам будто бы в рот, да, заливал определенный напиток. Ну, о чем идет информация? О том, что он вам готовил определенный напиток. Если вы никогда не были вместе, никогда не встречались, возможно, вы оговаривали определенные напитки, кто что любит. А, также идет информация о том, что кто не оговаривал, понятно, освещение общее, каждый слышит свое. Идет информация о том, что здесь мужчина как-то вам заливал много информации, говорил много информации, что, чтобы вас, знаете, буквально как бы опьянить этой информацией, для того, чтобы вы там растаяли, для того, чтобы вы были готовы на все, как бы. А сам причем очень так, ну, идет информация на трезвую, девочки. То есть сам он не был в каком-то таком состоянии нестояния, он прекрасно понимал, что делать для того, чтобы вас как бы идут такие фразы, охмурить, я не знаю, я не использую таких слов в жизни, но это ваша информация. Так, еще немножко на этой колоде. Твоя интимная жизнь сегодня. Нет никакой интимной жизни, девочки. Иерофант, семерка пентаклей, да, вроде бы все неплохо, и карта десятка мечей. Он говорит, моя жизнь интимная сейчас пришла в состояние, когда, ну вот, не хочется. Сейчас мужчине не хочется. Сейчас он находится абсолютно на ином уровне развития, когда больше думает, знаете, головой, а не другими местами. И когда для него сейчас есть другие приоритеты. Причем тут две дамы какие-то вокруг него все-таки вьются. А он такой, знаете, неинтересно. Вот от слова совсем, не хочу. Он говорит, то, что раньше мне как бы, да, доставляло удовольствие, то, что раньше меня завлекало, то есть, возможно, ранее, если там к нему две дамочки подкатят и скажут, пойдем вдвоем, втроем, он бы согласился. Сейчас нет, сейчас мужчина абсолютно иначе смотрит на эту ситуацию и закрывается. По десятке мечей здесь карта убитого человека, то есть вообще, ну, не то, что интимная жизнь, но там двигаться прям не может определенными частями, либо же вообще всем телом. Давайте еще на этой колоде раскрывать. Ну, расскажи тогда, в чем тогда, собственно, причина и проблема, что ж так все печально у тебя, либо же не печально, ты считаешь, как это нормально вот сейчас находиться, вот в каком состоянии, давайте посмотрим, он находится. Карта сама выпрыгивает, давайте смотреть, в каком состоянии он находится. Ну, в каком состоянии? Вот знаете, вот, чтобы убрать красивые места, вот держится за голову, говорит, капец. Вот, понимаете, в каком состоянии? Ни в каком, девочки. Почему? Карта Луна на полнолуние. Здесь у него вообще кроет, знаете, вот мужчина. А что такое? Чего тебя там так кроет? Он там со своим жезлом, понимаете?
А что с жезлом у тебя там? Чего ты там страдаешь по поводу жезла? Не, жезлом все хорошо, девочки. Жезлом все очень хорошо. А что ты дострадаешь? Смотрю в будущее. Смотрю к любимой. К любимой, говорит, хочу. Хочу с ней. Хочу к ней. Он говорит, знаете как? Вот понятно, что любимая это вы, так как я делаю освещение на пару. Он говорит, она там наслаждается так, что там буквально со всех кубков набирается энергии. Вы что там сейчас прикрыли ему потоки, да, девчоночки? Сейчас занимайтесь собой, вот наслаждайтесь. Возможно, пошли там, девчонки, ну как, пошли себе что-то купили, либо же посмотрели любимый фильм, заняли собой, приняли ванну, насладились определенным моментом, который вам действительно наслаждение приносит, удовольствие приносит. А ты тут чего страдаешь тогда? А я тоже, говорит, хочу. Так, что-то я тебя не пойму. Что хочешь-то? Все, говорит, хочу. Давай поконкретнее. Девчоночки. Так тут он с вами на разговор собрался выходить. Причем кто-то из вас либо же ростом выше, ниже, кто-то либо же старше по возрасту, кто-то младше. Разница между вами большая. По развитию, возможно, в образовании. У кого-то, кстати, волосяной покров больше, у кого-то меньше. Даже до таких деталей вижу. Собрался тут... кто? Это ты собрался говорить или ты ждешь, что красотка моя выйдет к тебе там на связь с тобой разговаривать? Не знаю, говорит, знаете, вот так рычит просто какой-то тигр он у вас. Чё ты рычишь? Сам собираешься выходить? Говорит, не знаю, сам нахожусь в тумане, вообще ничего не знаю. Тут много тумана вокруг у него, знаете, здесь сомнения, здесь какие-то неопределенные. Возможно, у него сейчас туман на улице. Возможно, он сейчас сауну либо душ принимает. Чё тебе там за туман в голове? Давай, иди уже. Ой, страдает прям немного. Чё тебе за туман? Так это он вас в туман вводит, девочки. Осознанно причем. Так, а ну-ка давай с этого момента поподробнее. Что ты тут за туманы создаешь в своем пространстве? Чтобы вы, знаете, ничего не поняли, что сейчас с ним происходит. Чтобы вы вот ничего не знали, что с ним происходит. Вот о чем идет речь. Он говорит, я ограждаюсь. Я ограждаю себя. Вот лицо у него темное, то есть сейчас как-то не светится нигде. Там, не, знаете, если раньше, возможно, вы его где-то в социальных сетях ловили, то сейчас он какую-то, возможно, аккаунты либо закрыл, либо же заблокировал, либо же убрал нотификацию о том, чтобы видно было, когда человек последний раз был онлайн. Даже до такой степени вижу. Почему ты это делаешь все? Что с тобой там? Почему делаешь-то все? О, Боже. Не хочу, чтобы ничего обо мне знали. Не трогайте меня сейчас. Вообще не хочу ни о чем говорить. Отстраняюсь и улетаю. Знаете, вот сел на свою метлу и полетел. Что такое? Что у тебя сегодня какой-то раздрайв? Знаете, вот такое чувство, что все фразы какие-то абсолютно не связаны между собой. Что с тобой? Что с тобой сегодня? Ой, жесть, девочки. Да вы ж фигачите друг друга, просто могу сказать. Он выходит верховный жрец, и вы выходите ведьма, понимаете как? То есть двое, такая парочка ко мне шикарнейшая пришла, по миру, по воздуху, ментально друг друга просто там мочите, понимаете? По-другому не могу сказать. Вот кто кого. И вы очень сильные, я сейчас сижу, мне просто все тело энергиями покрылось. Такими вот горячими, слушайте, хотела сказать, мурашками, получилось энергиями. Ну, не зря, не зря. Так вы же по миру друг другом там управляете сейчас, девчонки. Вот так вот мужчина делает. Вот так. Вот этот знак. Напишите мне. Знаете о таких знаках? И что он значит? Вы очень сильная, а вы говорите, знаете как? Я уже сяду на этого козла, и будет он делать все, что хочет. Девчоночки, как бы это ни звучало странно, и вот как-то для меня вообще неприемлемо, например, но кто-то вот так называет мужчину. Возможно, он у вас в год какого-то рогатого, либо же у вас он не один, даже так. А он-то тут, слушай, дорогой, а ты сам это делаешь, управляешь? Посмотрите, какой он красавчик здесь сейчас. Самые красивые места уберу. Посмотрите, что он делает.
то он просто управляет всем пространством, которое находится вокруг него. Давайте посмотрим, ты сам это делаешь, либо ты к кому-то обращаешься. Маг-волшебник. Ты сам это делаешь, либо ты к кому-то обращаешься. Он обращается к женщине. Не хочет эту информацию раскрывать. Он говорит, я не хочу говорить, что я хожу к ней. А с какой целью? Вот это да, приехали, да, начали про интимную жизнь, а посмотрите, куда развернулось. Но невозможно же не раскрыть эту тему. Я же должна дать вам ответы на все ваши вопросы. С какой целью ходишь к этой женщине? Он хочет напиться энергиями, и есть у вас есть второй мужчина, есть. Он хочет ему буквально к виску приставить палец и сказать, что я ее мужчина, а ты уйди, сгинь, тебя нет, тебя не будет. Хочет, девчоночки, очень многих есть мужчина второй. Если у вас нет мужчины, здесь он себе уже настолько в это поверил, что здесь он реально обратился к женщине для того, чтобы она помогла ему убрать любые ограничения, которые есть между ними и вами. Верно? Нет, говорит, не ограничения. А что тогда? А что тогда ты хочешь убрать между вами? Опять выходит эта карта. Что она значит? Нет, девочки, не ограничения здесь. Он говорит, я хочу получать то, что я намерен. Он не считает этого другого мужчину ограничением, даже если он есть у вас. Он говорит, что я хочу получить все, что я хочу от нее. Я хочу упиваться, напиваться энергией любви ее. Почему? С какой целью ты это хочешь делать? Почему? Потому что я люблю. Тройка жезлов и туз кубков. Потому что я четко знаю, я осознаю, я понимаю, я чувствую, что я ее люблю. Почему ты сам не можешь выйти на связь? Мы же смотрим, как ты там страдаешь. Интимной жизни у тебя нет. За голову берется. Сейчас либо головокружение, либо голова болит, либо же с давлением человека проблемы. Даже во сне спит, и голова болит, и он прям, знаете, рукой берется за лоб. Вот лоб. Возможно, он болеет, температура сейчас у него повышена. Почему сам не скажешь? Господи! А вы знаете, почему? А вы знаете, девочки, почему он это не делает? Вы выходите в энергиях королевы жезловой, а это красотка с волшебной палочкой в руках, та, которая уже знает ответы на вопросы. Видите, как мне сильно карты здесь не раскрывают, потому как у вас у меня тысячи, у каждого свои ситуации, но здесь вы знаете, почему они выходят. Давайте посмотрим, выполнит ли это женщина, которая он ходит, запрос, который он ей отправляет, да? Он ей платит деньги. Много денег платит. Хочет прям звезду с неба взять. Выполнит ли она его запрос, да? В чем будет заключаться основной, да, запрос? В любом случае, когда человек приходит, он же спрашивает что-то. Я уже не знаю, тему освещения менять, либо дополнять, наверное, двойную буду делать, потому что здесь раскрываются такие аспекты. Основная, да, причина, почему ты обратился к ней. Хочу возобновить отношения. Он хочет возобновить ваши отношения. Он говорит, я сам не знаю, как это сделать. Она поможет это сделать? Да, она поможет это сделать. Как-то вы выйдете абсолютно на другой, иной уровень. Но это будет в положительную или в отрицательную сторону возобновления отношений. Мечта. Мечта станет реальностью. Какая мечта? Положительная.
То, в чем я тебя обманывал, то, в чем я тебе не говорил. Но я горел в этом, как в аду, в этих мыслях. Чего ты хочешь от нее, Господи, уже скажи, я тебя прошу. Все, десятка кубков. Фу, я аж выдохнула, девочки, прям такая, знаете, вот пока вытянешь с него сегодня. Он хочет с вами продвигаться по ступенькам к вашему алтарю. Он хочет с вами заключить союз. Причем между вами будет либо же здесь Всевышняя Сила, либо же священник, да, кто во что верит. Когда опять вот этот знак, девочки, также идет информация. Если мужчина другой религии, он хочет, чтобы вы вместе были одной религией. Вы отражение друг друга, вы знаете, вы чувствуете друг друга, вы одно целое. Вот такое чувство, что сердце на две половинки, да, они там на разных континентах, а вот теперь они нашли друг друга вместе и идут в воссоединение, идут по ступенькам вверх, идут по ступенькам к счастью, к свету, к благополучию. Он этого хочет от вас, девчоночки. Он говорит, я готов за это заплатить любые деньги. Давайте посмотрим, что он хочет вам передать сегодня. Я одинок без тебя, мне плохо без тебя. Я закрываюсь от всех, я закрываюсь от этого мира. Никто не понимает язык, на котором я говорю. О чем идет информация? О том, что мужчина, когда даже кому-то, если будет рассказывать о своих чувствах, переживаниях, то для него этот разговор будет как будто бы, знаете, разговор кота с верблюдом. Но они абсолютно друг друга не поймут, потому как языки разные. И ту информацию, которую он озвучивает людям, а он ее не озвучивает, потому как он понимает, что они его не поймут. Ну а чувства свои покажи к моей красотке сегодня. Чувства. В одиночестве он сегодня закрывается, потому что плохо. Я закрываюсь от этих чувств, потому что сегодня плохо. От каких чувств закрываешься? Перерождение, трансформация мужчины идет. Сгорает изнутри, понимаете как? Он сгорает изнутри. Здесь он обращается к Богу. Здесь не зря тут пошла информация, что он к этой женщине обратился. Он здесь физически уже изнемогает. Он не может. Он говорит, что на мне как проклятие, на мне как негатив идет. Девчонки, просмотрите, пожалуйста, после этого освещения. У меня есть чистка энергии свечи пары. Тут нужно это посмотреть. Я добавлю в описании видео и в конце видео иконочку. Нажмите туда, вот сейчас прям здесь добавлю, перейдете, посмотрите, потому как здесь нужно его немножко убрать, в нем очень много темного, темного, не буду больше так говорить. Что еще хочешь передать? Сгорает любви к тебе. Жезл тут ему покоя не дает, девочки. Просто жесть. По миру. Далеко. Он говорит, несмотря ни на что, все будет хорошо. Знаете как? Пересмотрите эту чистку. Поможет, поможет в лучшую сторону. Прям ему легче дышать станет, девчоночки. Вы это можете делать. Вы можете его очищать. Вы можете очищать вашу пару. Поэтому я и записала такое видео по вашим просьбам. Потому что здесь вижу, что это необходимо. И своим просмотром просматривайте 3 раза ежедневно на протяжении 7 дней. Вы почувствуете очень сильные изменения. По необходимости можете смотреть чаще. Срока годности, определенных там количеств просмотров нет, лимита. Поэтому, если чувствуете, если что-то надо, сохраняйте себе даже закрепленные там, сохраняйте себе это видео. Я делаю для вас это с безусловной любовью, для того, чтобы помочь, потому что я вижу, что надо. Давайте посмотрим еще, что Вселенная сегодня хочет сказать. Давайте так, о его интимной жизни. Все-таки вернемся к основному вопросу. Вы можете задать вопрос, который не относится к моему. А я все-таки хочу раскрыть дальше информацию, потому как начинали об одном, но важную информацию он, тем не менее, озвучил. И это было ему важно вам сказать. Его интимная жизнь сегодня. Путь путешествия.
Путешествие по жизни. Как в физическом, так и в метафорическом смысле слова. Здесь мужчина, возможно, действительно сейчас ездит, путешествует. Возможно, работа его связана с дорогами. Знаете как, здесь он говорит, что у меня сейчас не до интимной жизни мне сейчас. Сейчас у меня есть определенные какие-то сделки, возможно, контракты у мужчины, которые он должен выполнять. То есть здесь дорога, здесь он занят определенным движением, передвижением по жизни. Он говорит, я избавляюсь от старого. Смотрите, когда изначально шла информация о том, что мужчина уже не подпускает к себе, да, это количество женщин, которые, они есть в его пространстве, есть в его жизни, но здесь идет руна, которая говорит о том, что идет избавление от старого, что идет завершение успешное начатых дел. И у него есть сила для преодоления определенных препятствий. Здесь же мужчина, да, закрываясь от старого, не допускает этого больше в своей жизни. Только, знаете, не говорится, ну, давай еще разок, а там уже потом я решил измениться. Нет, здесь уже решение принято, здесь уже не будет то, что было раньше. Здесь идет переход на новый уровень жизни. Лучший, плодородный, который будет приносить. Ну, естественно, там была карта Иерофант, которая показывает о том, что трансформация мужчины происходит, он растет, причем резко, быстро, меняя свое мировоззрение, взгляды и даже вопросы, которые касаются его жезловых энергий. Благодарю руны, благодарю вас за просмотр, за лайки, за комментарии. Прямо здесь и сейчас прошу вас, поставьте лайк. Вы очень поддержите меня этим. Благодарю вас за ваши комментарии. Всегда все читаю и всегда говорю о том, что Вселенная вам вернет в 1000 раз больше того, что вы желаете мне. Всем желаю шикарного времени суток с безусловной любовью к вам. Пока-пока.